19 марта 2024 год. Вопросы однотипные такие задают на ютубе. Ну, пора заводить рубрику Frequently Asked Question. То есть, смотри, сейчас отвечу на два наиболее таких затертых. Первый это, блин, сколько мы задолжаем Западу, который дает нам вооружение в Украине, чтобы мы отбились. Ребята, если, понимаете, вопрос как стоит. Если мы не будем брать этих денег, не будем вгонять себя в долги, то нас попросту уничтожат. Ну, понятно, да? То есть зайдут россияне, скажут, что мы уже никакие не украинцы, а мы там русские, или там не знаю кто, кем они нас там назовут, малоросами, там еще какими-нибудь обидными прозвищами, там, как они называют людей. Не буду сейчас просто цитировать. Но все вы знаете, как россияне называют там армян, кавказцев, там, я не знаю монголоидные расы представителей. Да, это же, по-моему, только у русских такое огромное количество прозвищ для всех этих. Да, так вот, мы будем, конечно, влезать в любые деньги, потому что у тебя вопрос стоит выживание твоей нации. То есть, если я сейчас, если там перемеля таких, как я, и захватят Украину, всю Россию, то есть моих сыновей там просто поставят в строй и отправят там дальше на Польшу, захватывая там Прибалтику, там страны Балтии, там дальше еще куда-то. Это Россия, это плесень, которая разлезается там уже с тысячи какого там, с 15 века, по с Ивана Третьего. Бесконечно, постоянно до Сибири и так что, как бы, какой ты будешь, ты будешь в долгах весь или ты будешь мертвый? Ну вот так как бы стоит вопрос. Что тут выбирать? И второй вопрос, это по поводу того, а что ты воюешь, тебе не хочется жить там, то есть есть же какие-то занятия, дети там у тебя есть. Да, у меня есть дети, да, мне хочется жить. Вот сейчас 11 числа, блин, марта прилетел рядом с блиндажом Кабик, у нас там, благо, что легко. Жить захотелось еще больше, контузия очень стимулирует жажду жизни. Но, ребята, вы должны понять, что мне вот 50 лет в этом году может быть в августе исполнится. То есть как бы у меня уже есть и дети, и жизнь какая-то. Ну какая жизнь? Рабочая всю жизнь за станком, там на каких-то штукатурках, еще на чем-то. То есть я уже как бы свою жизнь прожил. И основная масса таких, ну да, я самый старый в подразделении. Но в общем-то ребята тоже здесь возрастные в основном. И сейчас вы должны понять, как я себя лично чувствую и многие из нас. Я занимаюсь тем, что я на своей земле Уничтожая оккупантов, как это делал мой дед, прадед, погибший во Вторую мировую войну. И примерно в тех же кстати, местах, где мой дед воевал против оккупантов немцев, сейчас, сейчас я немцам низко кланяюсь, они нам поставляют, они нам помогают спасаться от этой российской орды. Я воюю там же, там, под Луганском воевал, в 2014 году против расистов. Я воюю сейчас там на Запорожье, работе, на вот где Кабик по нам этот прилетел. Я себя чувствую, понимаете, вот этими какими-то блинными легендарными людьми, которые, блин, нам про школе рассказывали, как люди свою жизнь оставляли, чтобы жили нормально другие. И я жил в России, я работал в России. Заметьте, блин, не оккупировал вашу сраную территорию, блин, не говорил, что русских нету, блин, нафиг а это все территория Киевской Руси там, или Украины. А жил и работал, блин, в России. Так вот, я, блин, нафиг чувствую себя то, что да, конечно, блин, я, конечно, очень хочется жить. Что тут разговаривать? Но, блин, понимаю, что я отдаю себе отчет, что это самое важное, чем я в своей жизни занимаюсь, ну, там, в 50 лет, чем можно заниматься вообще человеку. Ну, скажем так, средних там умственных способностей, там, образовательных, такому, как я. Понятно? И это гораздо лучше, если буду погибать я, а не 20-летние пацаны. Вот как я себя чувствую. Конечно, хочется жить. Но, блин, я понимаю, действительно отдаю себе отчет, что должны воевать такие старые пердуны, как я. И вообще я себя чувствую действительно, блин, вот именно важнейшую миссию в своей жизни исполняющую. Не надо мне рассказывать про это, что мы за Зеленского воюем, за каких-то президентов. Сейчас срать мне, блин, на всех Зеленских, то Порошенок и всех остальных. Ко мне в страну пришли какие-то упыри, неважно какой национальности, какого государства, блин, нафиг, с какими идеями. Они пришли и говорят, что это не моя земля, а их. Я готов поспорить. Понятно? Вот и все. Буду воевать и убивать и погибать за это. Understand?